Алло. Алло. Ты не хочешь взорвать конференцию полицейского департамента? Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня будет такой, ну скажем так, наверное, небольшой мини-гайд, как получить бан Фарма 3 РП. Короче, суть в том, что на полицейском департаменте проходила какая-то очередная скучная лекция, ну и мы решили немного внести, так скажем, позитива во все это мероприятие. В общем, приятного просмотра. Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! У них конференция тут сейчас, да. А каким образом? Ну, не знаю, там что-нибудь интересное на еблище накинуть там, к примеру. Ну, как я и говорил, у меня нечем, ну, к сожалению. Классические 2 километра автомобили, да. Скинуть на кого-то, у них там бронированные. Все, давай, давай, люди. Давай. Мне уже пишут, что ты приколист, типа, блядь, я уже в ПДС позвонил, сказал, что я вот эти 2 километра, нахуй. Не-не-не-не-не, все, раз ты сказал, надо действовать. Все, тогда работа. Нам только нужна техника, ну, покупай, не на меня оформленная. Нет, я не хочу, чтобы она на меня была оформлена. Понимаешь, если она уцелеет, блядь, они пробьют, кто это делает. Так нельзя. Мы не должны оставлять следов. Да ты ебать. Ну да. Нихуя ты богатый. Слушай, если на конференцию, давай тогда выдвинешь требования прямо на конференцию, хули нет. Требования? Слушай, а где она проходит, эта конференция? На авиагараже. На гараже? Прямо на ПУ, прямо на ПД. На авиагараж скинь тогда. У меня есть блять, этот, Еврак. Еврак у меня есть. Бля, сейчас найдем что-нибудь. Давай сначала найдем, потом Еврак твой достанем. Давай, стой. Давай лучше за рацией, или мы вместе будем все время. Давай все вместе. У тебя рации нет? Рации нету? Рации нету сейчас. А кто меня наводить есть? Будет? Да. Ставь дартер. Все, нужен вертолет и дартер, и рация. Подожди, для начала нужен другой транспорт, потому что не хочу тут оставлять без присмотра. Что-то неприметное надо взять, все, понимаешь? Тебя, правильно? Нет. На авиагараже мне скинь, пока ищи какого-нибудь ваха, либо машину какую-нибудь. Так вон там черная Тойота стояла, смотри, ну, на рынке. Альтернативный вариант, может, его не получится захватить. Или ты мне орку дашь? А при чем здесь орка? Ты думаешь, она все поднимет? Просто Еврак не поднимет. Хорошо, только постарайся орку не взорвать. Мне ну, лениво каждый раз покупать. Давать, но я попробую. Ну ты как сбросишь, просто улетай, я тебе скажу эффект. Ну, радар-то будет включен, понятное дело. А тебе главное вниз уйти как можно быстрее, как сбросишь. Я понимаю. Ну, если что, так, держи ключи. Линию, да. Скажут, что вам пизда копченая. Все, улетай. Все, я... Ты как отцепишь, давай сразу вниз, там не жди ничего, я просто передам. А что за конференция, что там вообще рассказывают? Ну, они рассказывают, как ПД работает, как все это. Шикарно. Там народу пизда просто. Это потрясающе. Во, смотри, учебная машина, цепляй. Не, слушай, не могу ты эту подобрать. Почему не можешь? Не, попробуй. Не подбирается, не горит. У тебя не просто горит, высота горит. Большая, ниже спустись. Она на радаре бы светилась. И что это значит? Она не светится. Слушай, а ты не можешь технику прямо с парковки ПД забрать, ее ж там дофига? Ну, нет, там, блядь, слишком много внимания. Так ты быстро зайдешь со стороны воды, на максимально низкой высоте заберешь ее по-быстрому и все. Дежурный спалит. Да пока он спалит, у тебя там в запасе секунд 30 будет, не меньше. Нормально. Слушай, тут, наверное, на грунтовке только грузовая техника. Вон тут уже салюты пускают. Короче, я на парковке ПД, сейчас расскажу, как тут обстановка. Так, хорошо. Все, давай, лети сюда, забираем. С ПД-шной парковки, думаешь? У ПД-шной парковки, ну, ты понял, короче. Понимать? Ну, это рисково, пиздец. Я, правда, не знаю, какую из этих машин можно подцепить. Так. Уже поздно, я тебя прилетел проверять. О, можно. Давай, отлетай сразу в сторону. Улетай. Так. Жесть! Лимузин! Жесть! Слушай, это пипец. Блин, мне его жалко даже.
Воу, так. Слушай, можешь перебить его просто, не? Блин, мне ЧПО не сбило Ковальская в виде фейерверка. Мне просто жалко кидать лимузин. Не, ну оно, его нельзя перебить, оно из другого гаража. Так, ладно, короче, сейчас на Кастро или где там лучше видно позиция какая? Да, и точную метку на карте, да, я пока высоту набираю. Да, сейчас найду место, дам метку тебе. Прям на ебанище бронированный лимузин. Алло. Так, вот, специально для тебя поставил. Вижу. Актуальная метка. Все, можешь, набирай высоту. Можешь звонить, запугивать их, короче. Стой, подожди, я еще не на позиции. Так. Слушай, а что им сказать-то? Ну, скажи так, ты скиньте мне на счет быстро, там, 2 миллиарда. Чего? Все, тебе, слушай, тебе лучше метку дать... Метку дать на зрителей или на сотрудников полиции? Ну, давай, те, кто лекцию читают. Можно них. Тех задеть. Так. Да лучше на ПДшников. На ПДшников. Сейчас, метка, корректировка. Так, чуть-чуть сюда. Вот. Кажется, идеально, нет. Вот. Вот здесь. Так, метка 3 единицы. 3 единицы. Теперь все в твоих руках. Ну, в любом случае, кого-нибудь это задел. Сейчас я немного подкорректирую. Так, вот здесь хорошо. Я не знаю, мне кажется, это нормально. Так, ну я почти на позиции. Да, ты главное ориентируйся по метке вертолета, а не по своей. Ну, я на позиции, все. Ну все, тогда вообще на не позиции. Дергайся там. Вообще не шатаюсь. Какая у тебя высота? 780. Мало, очень мало. Возьми больше. Набираю. 1,5 километра возьми. Все, звони ПДшникам, запугивай их, пусть папки переводят, я не знаю. Слушай, там метка, походу, на начальника полиции стоит прям. Давай, чё, кидай. Просто кидаю на похуй? Да, все, идеальная метка. Супер. Ну ты, может, позвонишь там, скажешь что-нибудь. Давай я просто позвоню, скажу им привет. Просто привет. Ты скажи, позвони, скажи. Привет от Сани. Так, сейчас инерция погасится. Давай, гаси там все. Гаси ее. Все, погасил инерцию. Все, сейчас позвоню. Так, все, я набираю полицейскому департаменту. Какая чушь. Блин, меня спалят, походу, по телефону, откуда я звоню, где я нахожусь. Ладно. Все. Все, заебись. Офицер ДФО, слушаю. Привет. Алло, привет. Вас не слышно. Алло, Саня передает вам привет. Здравствуйте, да. Да, пока. Всего доброго. Все, месседж отправил. Все, скидываю. Разумеется. Пошел. Так. Бомба. Ага. Смотрим. О, там походу что-то еще летит. Что это? Слышишь? Какая высота? 1200. Вижу. Вот. Бам! Есть, ты кого-то убил. Что там было? Ты убил кого-то там. Там лимузин улетел вообще куда-то в сторону. Черт. Мне показалось, ты одного убил, и лимузин куда-то улетел в сторону просто. Короче, падением лимузина мы были не очень довольны, поэтому мы решили повторить этот процесс. Вновь заполучили уже другую машину, готовую для сброса. Но в этот раз я решил туда проникнуть в качестве зрителя, участника конференции, для того, чтобы точнее навести наше орудие возмездия на цель. Алло, конференция закончилась, да? Алло. Вроде еще нет, там еще. Ну, а как туда я вижу, попасть? Еще идет. Приходите на дежурную часть, не приносите с собой ничего металлического. Я все спрятал. Ну попросите дежурного вас. Ну его там нету! Сейчас я передам. Так, да? Куда? Ты опоздал, уже все закончилось. В смысле, я вовремя, ты ошибаешься. Так, ну все, мы проникли в логово. Прием. Внутри? Туда вот.
так, да? Угу. Хорошо. Ух ты. Если хотите, допустим, можете покрякать. Так, сейчас надо глядать точную метку. Если хотите, можете так. У меня есть пароль. Соответственно, если желаете, может там посигналить, там подобное и так далее, включить плюс. Это понятно? Понятно, стоит. Да где ты там летаешь, блин? В эфире? Да. Две. Давай. Две. Так, метка. Три единицы. Нет. Есть. Не все вместилось. Блин, они дошли опять. Ваши самолеты? А что тебе конкретно? Просто прямо на той точке стоял, где... А, все. Да ё-моё, как же с тобой неудобно-то общаться. Блин. Но переписать у нас точно не получится. Сейчас поставим точку. Давайте, да подожди. Давайте по-другому. Нет, так, вот тут, короче, что это такое? Братан. Блин, тут что-то взорвалось уже от меня. Чёрт. Я понимаю. Ну, чё-то как слабенько. Так, сейчас надо как-то скорректировать метку. Как вы могли допустить такое? Где он там летает, блин? Это ж не он летает. Ничего не было заминировано. Алло. Так, я все занял идеальное место. Так, отлично, метка стоит. Давай, кидай. Точно? Да точно, блин! Как же ему сказать? Давай. Полетела бомба. Есть. Петарда пошла. Операция внедрить. Куда это он полетел, блин? Так. Кульминация, дамы и господа. Летит! Бам! Вообще мимо! Блин. Короче, операция Гранд Теракт провалилась. Всего было достигнуто две... Получили мы в итоге две жертвы. Это один сотрудник полиции, один гражданский, который находился в машине, который Саня подцепил. Ну и больше, как никто, как ни странно, никто не пострадал. Да, что-то у нас подкачала немного наводка. Ну и Саню, к сожалению, временно там забанили. Надеюсь, его разбанят к тому моменту, когда выйдет этот видеоролик. Вот, поэтому... Ну, если что, я напишу в комментариях, как у него там дела. Что ж, вот примерно такой вот гайд, как получить бан на сервере Amazing RP. Надеюсь, вам понравилось. Пишите ваши комментарии. Увидимся с вами в следующий раз. Всем удачи. Всем пока.